Пока только на картинке, но масштаб будущего самарского планетария уже впечатляет. Именно здесь будет сформировано новое городское пространство «Площадь трех музеев». Оно объединит филиал Третьяковской галереи, музей «Самара космическая» и новый планетарий, который закрепит за областным центром статус космической столицы России. Проект готов. Проект прошел госэкспертизу в прошлом году. Вот, проект подразумевает и строительство, монтажные работы, и, конечно, оборудование. В новом планетарии, аналоги которому сейчас есть только в четырех российских городах, должен появиться вместительный конференц-зал и отдельный выставочный павильон, посвященный самарским космонавтам. Переговоры с родственниками космонавтов о передаче экспонатов, костюмов и другой атрибутики планетарию уже ведет руководство музейно-выставочного центра. И кроме того, уже договоренность есть с Политехническим музеем Москвы с тем, что мы забираем крупногабаритные масштабные такие предметы, ну, например, корабль «Восток» в масштабе 1:1. Это серьезно очень. О том, как живут космонавты на орбитальной станции, работают и отдыхают, как запускаются огромные ракеты в небо и какие проводятся эксперименты, рассказывает министру культуры России Ольге Любимовой. И кажется, она под впечатлением от того, как сравнительно небольшой музей вместил в себя столько полезной информации на космическую тематику. Четыре сейчас у нас космодром, который запускает Курушевская самарская ракета, Восточный, Крестецкий, Куру, Французская гвиана и Восточный. Расширить музейно-выставочный комплекс планируется строительством будущего планетария. Новый объект объединит в себе сразу несколько функций – развлекательную, научную и образовательную. Чуть раньше, параллельно строительству нового планетария, для жителей региона распахнет свои двери филиал Государственной Третьяковской галереи. Он станет единственным в России филиалом и откроется в бывшем здании фабрики кухни. На презентации объекта помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский и министр культуры России Ольга Любимова осмотрели помещение, где будут располагаться экспозиции, лекторий и кинозал. Много филиалов у Эрмитажа, много филиалов у Русского музея, но 100% филиал, созданный с нуля, настоящий, полноценный, это вот это. Невозможно по картинке понять, насколько это прекрасное само по себе пространство. Не передает, как говорят подростки. И пока это не увидишь воочию, конечно, не поймешь, насколько уникальный был Екатерины Максимовой проект, насколько... Действительно сложной была реставрация. Здание фабрики кухни в стиле конструктивизм было построено в 1932 году по проекту архитектора Максимовой в форме скрещенных серпа и молота. Символичный объект решили не перестраивать, а вот масштабные реставрационные работы провели внутри и снаружи. До открытия филиала галереи ведется активная выставочная деятельность на партнерских площадках с привлечением предметов из коллекции музея. С инициативой спасти здание фабрики кухни в 2012 году выступил Дмитрий Азаров, занимавший тогда пост мэра Самары, и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Работу по сохранению объекта они начали вместе с представителями общественности. Мы получаем место по-настоящему творческой силы для жителей нашего региона. Вот же что самое главное. Первый, как на сегодня единственный филиал Третьяковской галереи открывается здесь, в Самаре. И это, конечно, событие мирового масштаба. Я уверен, это будет просто прорыв в новом культурном поколении. И в этом нет никаких сомнений. На мой взгляд, это идеальное попадание вот с точки зрения второго рождения уникального памятника советского конструктивизма. Потому что с самого начала мы задумывали это не просто как музей, а как образовательно-просветительское культурное место, где будут заниматься дети, где будут резиденции для молодых художников, где будет лекторий. Глава федерального Минкульта отметила, что у филиала большие планы. Здесь будет создан лекторий, без которого невозможно представить музейное пространство. Сюда сможет приходить молодежь, общаться и получать дополнительное образование. Для поколения постарше организуют классические экспозиции. Выставочные пространства будут расположены на втором этаже серпа и займут около 2000 квадратных метров. Отдельные локации клуб Третьяковки в Самаре объединит современную библиотеку с доступом к мультимедийным ресурсам и коллекции музея, а также современный магазин и кофейню. Это здание само по себе должно стать объектом огромного внимания тех, кто будет приезжать в Самару. Ради него одного стоит посетить потрясающий город, стоящий на Волге, город, который невозможно не полюбить с первого приезда. В рамках презентации в залах будущего музея состоялись театральные перформансы, созданные хореографом Анной Абалихиной, художником Ксенией Перетрухиной и композитором Алексеем Сысоевым. Постановки посвятили прошлой, настоящей и будущей жизни здания. После завершения реставрации фабрика кухни предстанет перед жителями региона в своем первозданном виде. Пройдет совсем немного времени, и уже в 2022 году здесь в полную силу заработает галерея. Она станет филиалом одного из крупнейших и уважаемых музеев мира.